Итак, это видео о продуктах, которые мы периодически покупаем здесь в Дахабе. Я хочу немножко рассказать, сколько я потратил. Я потратил на все это 200 фунтов. Да? Вот это стоило 94 фунта. Вот это вот стоило 94. И целый рюкзак фруктов и овощей 110 фунтов. 22 килограмма. Стал. И мы видим, что у нас ушло по 110 фунтов. Вот. Учитывая, что 1 фунт это 18, 1 доллар это 18 фунтов. Значит, смотрите, апельсинчики, виноград, лук, зелень, помидорчики, кабачки. Чем это делать? Синенькие, капуста, картошка. И морковка. Мороженое. Как это называется? Свёкла. Вот. Вот такой вот спектр огромного количества овощей и немножко фруктов, это стоит 110 фунтов. А теперь вот это вот мороженое, брауни и овсянка, это стоило 94 фунта. То есть, либо вот это вы покупаете, либо вот это вот. Сегодня мы дожили до того, что в Дахабе 2 месяца уже мы начали готовить пиццу, короче. Да? Вот, достаем пиццечку, да, сейчас еще новую будем запускать. Вот так вот. Нарезали мы овощей, там вот овощи. Приготовили суп, борщ. Аккуратно, видишь, не обожгись. Суп, борщ приготовили. То есть наготовили, в общем, разные еды. И у нас тут к окну подъехала Лада 11 Египте. Лада 11 модели. Вот у нас сегодня такой вот ужин. Мы сели Макс, сели обед. Это, точнее, не ужин, а обед. Ну, обед-ужин, да? Ты приближаешься к ужину. Борщ с пиццей, это лимонад. У него горячая. А у вас какой был ужин? Завтра, горячо, обед. Горячо, мама. Сегодня замечательный, солнечный и ветреный дахабский день. Вон, какие волны там. Красиво, видите как? Да, мы с Максиком стоим на балкончике, да, Максик? И смотрим, как ездят машинки, да, и ходят люди. Вот. Ага, сегодня мы приготовили кушать. Это вот такое вот овощное рагу. Из кабачков. Папа готовил нас. Папа готовил. Да, с салатиком, с сыром. Вот. Все это было почищено и сделано из овощей, которые вот здесь вот у нас вчера мы покупали. Да, Максик? Да? Это фонарик у нас тут горит. Вот. Здесь вот это все было работа. Вот сколько в итоге почищенных отходов получилось. Здесь я это все вот делал. Сначала чуть-чуть поджаривал, потом дальше дотушивал. Вот такая вкуснятина получилась, да, Мариш? Очень вкусно. Вкусно? Да. Как просто и вкусно? Очень. Да? Папочка, с любовью сделано. Ушли, мы позавтракали, а сейчас я стираю вот такой вот наш рюкзак от машинки полуавтомат. Он полностью не входит, но зато вот таким вот образом он наполовину засовывается, и там потихоньку происходит движение. Будем приготовить rice bake. А, это фирма Basbo Yusa Mix, короче, Rich Coconut. В общем, короче, вот эту штуку. Сделали формочки вот такие, загружаем сюда и закрываем. Ложь представляется. Смотри, какая темная вода. Вот такой был грязный рюкзак. Сейчас мы прополощем, еще будем сушить. Вот готова египетская смесь. Вот такая вот получилась. Вкусно. Очень вкусно. Единственное, что мы сделали, это просто взяли вот эту смесь, высыпали, добавили 100 мл молока и все. И в формочке самодельной, да? Марина придумала такие самодельные формочки. Да, если у вас нечем закрыть, можете просто полить. Да, ничего не подгорело вообще. Вообще очень круто получалось. Такие вот большие кейки получились у нас. Да, Максик? Эй. Что?
Что произошло? Они же напали без визы. Что мы здесь сидим? Мы здесь ждем. Что ждем? Людей. Хочу нам уже квартиру. Наша квартира заперта. Чего? Квартира заперта. Мы тебя никогда сюда не попадем. Только через час, может быть. Вот так вот дахабская доставка еды. Вон денег. Наши дети. Уже да. Третий месяц, Египет. Все равно, что нас ждет. Мы идем на море. Все вперед и вперед. И смотрим на горы. И смотрим в телефон. Я снимать хочу.